Байден делает то, что делали все американские президенты. Они будут поставлять оружие туда, где просят. Он же не понимает, Байден, что мы один народ, что мы веками жили вместе, что нам обидно, что украинцев готовят к войне с Россией. Это чудовищно. Понятно, немцы шли много раз на восток против нас, французы, даже поляки, хотя они тоже славяне, шведы, финны или вся эта Европа в Первую мировую, особенно во Вторую. Но он не понимает, что Украина и Россия, он думает, вот, допустим, Мексика и США, это разные культуры, разные языки. В любом случае, нам выгодно, чтобы он дал команду через украинских своих подельников начать наступление на Донбасс. Там мы разгромим всю эту армию полностью. И начнется, так сказать, движение в сторону создания Новороссии, весь юго-восток Украины.